Все ребята, они собрались, поговорили, решили и придерживают своего решения. Как бы то ни было, как бы ни было нам тяжело, как бы ни было обидно за харьковский футбол, но тем не менее мы работаем и постараемся, по крайней мере, знаете, так как мы провели последние игры, чтобы не было вот этого безволия, постараемся так закончить чемпионат, эту часть осеннюю. А там, что будет дальше, пока, к сожалению, сказать очень тяжело.